Итак, тема семинара «Нейромышечный подход в лечении пациентов с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава». Тема очень интересная и актуальная, поскольку таких пациентов, к сожалению, становится все больше и больше. И на нашем семинаре мы рассматриваем вопросы состояния жевательных мышц, их патологического состояния и методы устранения отклонения от нормы и возвращения нижней челюсти в зону мышечного комфорта, в зону функционального равновесия. Традиционные методы лечения не всегда эффективны, поскольку работа с мышцами ведется достаточно экстенсивно. Если мы применяем TENS-терапию, аппарат для электронейростимуляции жевательных мышц, то качество лечения резко возрастает. Почему? Потому что мы объективно подходим к улучшению состояния мышц, возвращаем их метаболизм, проводим депрограммирование мышц. Это позволяет сразу и в короткие сроки вернуть челюсть в нейромышечное положение и завершить лечение протезированием, не опасаясь каких-то осложнений.